Dzień dobry wszystkim. Сегодня мы вышли на очередную прогулку по Познани. Находимся в парке. Здесь очень красиво. Яся у нас пускает пузыри. Сегодня я бы хотела поговорить на очень важную тему о том, как же нас изменила Польша. И что изменилось вообще после нашего приезда в Польшу. Так как в Польше мы находимся всего лишь 6 месяцев, то изменения произошли небольшие, но изменения есть, и их очень много, и они довольно сильные для нас. То есть эти изменения, которые произошли, они очень сильно повлияли на нашу жизнь. Начнем с того, что после приезда в Польшу наша семья наконец-таки смогла определиться и найти для себя цели. Цели именно для нашей семьи. Цели, которые именно помогут нашей семье и которых раньше особо не было, но теперь эти цели появились, этих целей стало намного больше. И сейчас, когда у нас появились эти цели, мы поняли, чего мы хотим, что мы будем делать. Раньше мы не знали, где мы хотим жить, как мы хотим жить. А теперь, когда мы приехали в Польшу, мы уже знаем, что мы хотим, где мы хотим остаться, где хотим построить ли дом, либо же хотим построить квартиру. Теперь мы все это знаем, и нам гораздо легче ориентироваться, так как после нашего приезда в Польшу мы наконец-таки определились с тем, чем мы хотим заниматься в будущем и какие лучшие варианты есть для нашей семьи. Когда мы приехали в Польшу, на самом деле у нас еще изменилось наше здоровье и качество нашей жизни. То есть, если раньше мы не особо соблюдали какие-то правила питания, правила здорового образа жизни, то после нашего приезда в Польшу, Яся мыльные пузыри пускает, то после приезда в Польшу мы посидели, понаблюдали за городом и поняли, что тут почти что все люди занимаются спортом, следят за своим питанием. И, конечно же, мы тоже решили приобщиться к этим людям. И теперь мы тоже решили заниматься спортом, мы понемножку начинаем это делать, мы начали кушать намного больше овощей, фруктов, здоровой пищи, потому что, как я уже много раз говорила, в Польше продукты стоят дешевле, и многие продукты, которые раньше для нас были недоступны, здесь они входят в обыденный рацион. То есть, если раньше мы не могли себе что-то позволить из такого, то здесь, в Польше, эти продукты составляют обыденность и обычный рацион человека. То есть, ты можешь купить себе все, что хочешь из продуктов. Салаты, разные фрукты, овощи. Здесь все это в доступе. Также еще в Польше изменилось наше моральное и эмоциональное состояние. В Польше, как я говорила, уже все люди, все поляки, они очень спокойные, и их жизнь протекает немного иначе, чем в странах СНГ. И поэтому наша жизнь, конечно же, тоже изменилась, и теперь все немного по-другому. Теперь мы относимся к тому, что раньше вызывало у нас какие-то странные, бурные эмоции. Теперь мы относимся к этому спокойно. Яся у нас с мыльными пузырями. Сейчас мы ждем Антона. Антон должен сейчас подойти с работы. Он работает тут недалеко. По приезду в Польшу у меня были такие странные разрисовки моей жизни. Я не могла понять, чем я хочу заниматься, что я хочу делать. Я совсем ничего не знала, потому что раньше моя жизнь, она не особо давала каких-то хороших надежд
на то, что может со мной произойти. Но по приезду в Польшу я поняла, что, возможно, я смогу сделать все, что я захочу, и у меня наконец-то появились грандиозные мечты, которые я хочу осуществить и что я хочу сделать. Эти мечты сейчас греют мою душу и сердце, и надеюсь, что скоро я их осуществлю, и мы вместе порадуемся. Улучшилось наше здоровье, я говорю именно за себя, мое здоровье улучшилось в Польше. Улучшилось в Польше здоровье Антона, и улучшилось в Польше здоровье у нашей дочери. Здесь нам подходит климат, мы чувствуем себя хорошо. После переезда в Польшу я перестала очень серьезно относиться ко многим вещам. Теперь я больше не отношусь так серьезно к вещам, которые раньше меня задевали. Если раньше я сильно нервничала, переживала по каким-то поводам, которые касались меня, то по приезду в Польшу, когда прошли первые месяца, я перестала это делать, и теперь меня не особо чем-то удивить, и я не особо от чего-то расстроюсь, потому что жизнь уже сложилась так, и нет смысла расстраиваться по таким пустякам. Поэтому я скажу, что в Польше, возможно, я стала посильнее в эмоциональном плане, что меня тоже очень сильно радует, и мне это очень-очень нравится. Также хотелось бы обратиться к подписчикам, русскоязычным подписчикам, которые часто на мои видео, на видео, которые я выкладываю, пишут мне комментарии, что вот я плохо говорю по-русски, вот у меня куча ошибок. Я знаю это, дорогие мои подписчики, те, кто смотрит мои видео, да, я знаю, что с русским языком у меня тоже проблемы, но я никогда не утверждала, что у меня нет проблем. У меня есть проблемы и с русским языком. Я не очень грамотна в русском языке, и у меня даже есть ошибки, которые я говорю, есть слова, которые я говорю неправильно. Нет ничего странного, и как бы, ну, меня это никак не пугает. Конечно, мне бы хотелось, возможно, знать этот язык намного лучше, но мне не удалось. И ничего в этом зазорного, я думаю, нету. Так как сейчас я изучаю еще и польский язык, на русском языке я разговариваю только дома, и поэтому, возможно, у меня сейчас вот так вот это все переносится, что я не могу нормально говорить по-русски и рассуждать по-русски, так как я делала это раньше. Это нормально. Думаю, у всех, кто переезжает и погружается в другой язык, происходит вот такое. Вот в этом нет ничего страшного. Так что, пожалуйста, прекратите это писать, потому что я сама знаю, я также смотрю свои видео, и я слышу, что я говорю где-то неправильно, где-то говорю плохо, и где-то пишу с ошибками. Также мне хотелось бы сказать всем тем, кто вчера смотрел мою прямую трансляцию, большое-большое спасибо. И еще раз прошу прощения за то, что трансляция получилась такой сумбурной. Я очень сильно переживала, потому что это был мой первый раз, когда я вела прямую трансляцию для такого количества людей, и, конечно, мне было немного неловко. Но в следующий раз я обещаю, что эта трансляция и все, что я буду делать, это будет намного лучше. У нас наконец-то на канале 1000, уже даже больше 1000, с чем я поздравляю наш канал. Хочу сказать всем-всем bardzo dziękuję за то, что вы смотрите меня и за то, что вы остаетесь с нами. А сегодня на улице очень и очень зимно, поэтому влог получился такой, скорее всего, короткий. Хотелось бы сказать, что Польша и правда очень сильно меняет людей. Все люди, которые приезжают в Польшу, они обретают новую жизнь, новые эмоции, новые впечатления и становятся совсем другими. Bardzo dziękuję, что смотрите меня, остаетесь с нами. Всем пока-пока и до видения! Не забывайте подписываться и ставить ваши лайки.